Ура, у меня на канале уже 950 просмотров, и скоро я смогу подключить партнерскую программу и зарабатывать денежку со своих видео. Бля. Йоу, всем здорово, друзья, и прошло уже больше 2 недель с выпуска моего последнего ролика, хотя я думаю, что это никто не заметил. И все это потому, что я лентяй. Ну что ж, не будем много говорить и перейдем уже к основной теме. У Ютуба конкретные проблемы с крупными рекламодателями, а все это произошло из-за того, что реклама на Ютубе появлялась в любых роликах, независимо от его содержания. Допустим, пришла компания к Ютубу, дала ему денег, и Ютуб отвечает: «Хотите рекламу? Будет вам реклама». И начинает пихать рекламу, допустим, каких-нибудь булочек Макдональдса в видео, где насилуют черепашку. И из-за этого, я думаю, YouTube потерял достаточное количество денег. И он, естественно, решил вернуть доверие у рекламодателей и создал новый алгоритм, по которому монетизация снимается со всех видео, где есть хотя бы какой-нибудь малейший намек на насилие, злость или что-нибудь такое. Но, друзья, но... Это не значит, что все ютуберы и блогеры теперь станут нищими и будут есть с помойки. Ведь в основном блогеры зарабатывают именно на собственной рекламе. Я не знаю, как это лучше объяснить, но я думаю, вы поняли, о чем я. Поэтому, рассуждая про что-нибудь серьезное для более взрослой аудитории Ютуба, можно задеть какую-нибудь не ту тему или даже использовать не то слово. И все, твой видос уже заблочен, у него нет монетизации. И поэтому, друзья, все идем снимать детский контент. И если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и нажми на эту зелененькую кнопочку. Также можешь посмотреть другие видео, они тоже могут тебе понравиться. И ждите в скором времени видео с аквапарка и горки с акулами. Там я потерял трусы, самый крутой аквапарк в мире, Water Slide and Sharks. Аж, блять, по-английски заговорил, вот это да. Пока.